Ребята, всем привет! Сегодня у нас на распаковочке будет еще один ТВ-бокс. Новенькая модель, называется бренд Infig In ТВ-бокс на андроиде. Итак, приступаем к распаковочке, смотрим, что у нас здесь есть. Комплектность, как он хоть разбирается, я и сам не знаю. Вот, открывается вот так, встречает нас сразу пульт. Ну, уже пульт, знаете, слишком много кнопок для меня. Мне лучше нравится, когда вот был предыдущий ТВ-бокс, как Xiaomi-шный. Пару кнопок, самое элементарное простое управление. Здесь у нас сразу напоминание, что также есть и Facebook, и YouTube, и Twitter, и веб-сайты, и Skype. Ну, довольно интересно. Все на английском языке. Дальше открываем. Смотрите, как интересно все открывается. Довольно интересно. Сразу мануал, юзер. На английском и на испанском предупреждение. Показывает, как подключиться, какие функции у самого пульта и также рабочий стол. Все довольно яркое, все интересное, инструкция цветная. А, менюшка также на андроиде 6.0. Русский язык, скорее всего, будет. Хотя не факт, не факт. Сейчас мы проверим. В комплекте у нас идет сама ПТВ-приставка, такая в виде полуяйца, блок питания, пульт и HDMI кабель. Подключается также к ней, как и монитор, модем, планшет. Это, скорее всего, винчестер, клавиатура с мышкой, смартфон, геймпад и веб-камера. Но это неплохо. И все, в мануале дальше идет английский язык. Это упускаем. Дальше идем. Здесь какая-то у нас фигня. 4 PDA пишет. Типа можно информацию найти на 4 PDA, насколько я понимаю. Ну ладно, это пропускаем. Так, блок питания. У нас с китайской вилкой. Нужен будет переходник. 5 вольт 2 ампера. Скорее всего, для всех ТВ-приставок сейчас такие блоки и делают, для хороших ТВ-приставок. Насколько эта приставка хороша, не знаю. Сейчас мы это все проверим. У нас черный цвет, а также есть еще в белом цвете. И HDMI кабель какой-то блатной, Infig, в специализированном пакетике. И он у нас тряпочный. Да, такой, оболочка тряпочная. Хотя не, она пластмассовая. Плетенка, пластмассовая плетенка. HDMI кабель, полноразмерный. Довольно интересное качество. Сколько здесь? Ну, метр, да, скорее всего, метровый. Ладно, мы это упускаем. Переходим к самой приставочке. Приставка у нас. Вот такая вот покрытие. Блин, она очень приятная. Soft Touch покрытие. Лежит стабильно. Да, ребят, стабильно лежит. У меня там все болтается, а это стоит колом. Три ножки. Также можно вешать на стену. Infig. Так, Sport i7. Продукт, модель. Моделька у нас, да? Спереди у нас ИК-порт встречает. Infig Speak. Infig. Infig. И сзади у нас, как всегда, даже есть порт под SD-карточку. Это у нас, скорее всего, цифровой вход или наушники. HDMI, LAN-выход, два USB-порта и для блока питания. Блок питания здесь... Тоненький штекер. Не от всех блоков питания подойдет. Подключаем. И сейчас мы пойдем его ставить. Характеристики данного блока. Какое у него железо установлено. Так, давайте смотреть, какое железо. А то без железа особо-то неинтересно смотреть, что за он. Потому что внутри самой приставки мы не сможем узнать, что за он. Так, здесь характеристик не написано. Может тогда где-нибудь здесь... Тоже нету. На коробке также нету информации. Не вижу, не наблюдаю. На крышке на этой также нету. Ладно, что же делать тогда? Тогда будем смотреть уже на самой приставке. Переходим к подключению. Итак, ребят, переходим к подключению ТВ-приставки. Встречает нас такой рабочий стол. Пультик очень просто в управлении. ТВ-приставочка у нас подсвечивается синим индикатором. И также идет окантовочка красная по кругу. Очень красивые цвета, все насыщено. Первые картинки нас встречают онлайн-видео, рекомендации, музыка, мои приложения, локация и настройки. Давайте перейдем сразу в настройки. И снизу еще 4 маленькие кнопочки. Заходим, смотрим язык. Язык у нас мультиязычность. Русский язык должен быть. Смотрим, смотрим, смотрим. Русский язык, есть русский язык. Употребляем, применяем. И, в принципе, здесь все, да, стало на русском языке. В приставке также есть Bluetooth, Wi-Fi, 2.4, 5.0 ГГц.
хранилище, об устройстве, в принципе, что здесь, также будет название устройства Spot i7 Pro и версия Android 6.0.1. Внутренний накопитель у нас идет в этой версии 16 гигабайт. Да. Какой процессор, неизвестно, потому что на коробке не написано. И здесь пока я не могу узнать. Надо устанавливать приложение с Play Market. Play Market надо заходить через VPN. Wi-Fi. Проверим, как подключается Wi-Fi в Китае. Wi-Fi. Настройки экрана. Также здесь можно делать скриншоты, перемещать экран, HDR-картинку выставлять, дата, время, клавиатуру подключать и так далее. Специальные возможности, more setting, больше настроек. В приложении у нас идет языки, дата, возможно, здесь что-нибудь узнаем. О телефоне написано. О телефоне. Модель. Ну, здесь то же самое, что и в первой обложке. Какой процессор, мы не узнаем. Памяти 16. И все. В принципе, вот такая вот, ребят, приставочка. Что еще можно добавить по ней? Работает четко, быстро, пока не тормозит. Так, YouTube здесь. Где здесь у нас YouTube? Онлайн-видео, да? Да. И здесь мы выбираем уже, что мы хотим использовать. Зайдем, так, не в галерею, а зайдем, например... Так, Play Market нам не нужен. Вот, YouTube. YouTube. И заходим, да, YouTube. Добавили YouTube. И смотрим, проверяем, как у нас главная страница сработает, не сработает. Прогрузка идет. К сожалению, мы в Китае, здесь очень туго с Google сервисами. Но, как видим, все работает. Наши популярные ролики, как всегда, на первом месте. Ладно, думаю, смысла нету грузить. Это очень долго будет. Какой-нибудь короткий ролик. Ну вот, например, загрузится, не загрузится. Проверим. Вот, в принципе, загрузился, ребят. По звуку. Звук есть. Сейчас я вам продемонстрирую. Я думаю, вам слышно звук. Грузится. Это хорошо. Окей. В принципе, и все, ребят. Такая вот приставочка TV Box. Очень хорошее впечатление. Первое впечатление. Не тормозит, не глючит в первое использование. Поэтому к покупке рекомендовать могу. Не забываем переходить и смотреть. Вот так, ребят. Все. Не забываем подписываться на канал, ставить пальчики под видео, писать комментарии. И всем до скорых встреч. Всем пока.